Фестиваль высокого искусства назвали «Палитра времени». Это выставка, на которой будут представлены работы Владимира Олейника. Он заслуженный художник России, участник многочисленных отечественных и зарубежных художественных выставок. Его работы находятся в разных музеях России и частных коллекциях на родине и за рубежом. Выставку приурочили к предстоящему 70-летию художника. Здесь выставлены работы последних 10 лет. Здесь тем несколько серий работ. Значит, олимпийская тематика здесь есть, присутствует у нас. Мифы народов мира есть. Есть у нас также «Энергия стихий», сериал есть. Есть у нас также и «Дыхание православия», то есть и духовные мотивы тоже присутствуют на этой выставке. Сочинцы и гости города знают Владимира Олейника в первую очередь по художественному оформлению территорий и интерьеров санаториев Русь имени Дзержинского, Искра, Весна, Бургас, Белые ночи, а также пансионатов Дружба, Юность и других архитектурных объектов. Ну и теперь могут ближе познакомиться с его картинами. Выставку Олейника все желающие смогут посетить и завтра, 7 февраля.